Заставочка такая живописная. Всем привет. Пятница. Пятница вечер. Всем привет. Шалом, привет. Тень на связи. Так, присоединяемся. Привет Киеву, Ульяновску. Да, добрый вечер, Минск. Ростов-на-Дону. А я тебя еще не показываю, можешь ручкой не махать. Да, покажу тебя позже. Из Челнов, Магнитогорск, Краснодар, Кривбас, Крым, СПБ, Малоохта, Иркутск, Раш, Новосибирск, Харьков, Москва, Екатеринбург, все здесь. Крым, Симферополь. Как я? Я шикарно. Ставрополь, Севастополь, Ульяновск, Байконур, Казань. Что нового? Показать маникюр? Ему уже много времени. Я уже путаюсь, с какой стороны у меня камера работает. Какой у меня примерно заработок в месяц? Скажем так, заработок, он у нас тренеров нестабильный. Много клиентов, большой заработок. Меньше клиентов, меньше. Губище, губище у меня уже падает. Масисек, можешь теперь уже помахать ручкой? Я хочу скрыть свой ужас. Привет, Павлик, привет, Павлик, привет, Тюмени. Так, ну что, на самом-то деле тема какая была? Мы вернулись из Азбуки Вкуса, мы поняли, что не нравится нам что-то в Уэнде, нам нравится здесь. А при мимике золотые нити рвутся, это так? Нет, это не так. Что тут у нас? У нас тут угорь, у нас здесь японский рис, он у нас доваривается. Осталось немножко. Что со мной? Со мной все хорошо. Угорь вкуснющий, да, ничем не уступает угрю в любых суши-барах и стоит не так и дорого. Да, квартира новая, уже на новой. Еще пока не можем начать всю рубрику готовку, потому что целая куча съемок, по 5-6 съемок в неделю выходит, очень много. Пользуемся мультиваркой, да, пользуемся, пока лежит в машине, нам даже ее пока не достать. Как отношусь к Марине Карпан, я ее не знаю, честно говоря. Квартира своя. Это у нас перепела, это у нас семга, практически без соли. А что про шаурму, думаю, не знаю, я раньше ел шаурму, мне нравилось. Креатин до и после тренировки, лучше всего 5 грамм на порцию. Да, со сладеньким, с чем-то, но без кофеина. Какая у меня машина? Opel. Что готовим? Рис готовим, угорь, вот свежие корнишончики и больше ничего. А порция риса на двоих, да, здесь, наверное, граммов 80, мы много не едим. Очень хотели, чтобы был такой тренер, как я. Да, смотрите наш лайв-канал, мы рассказываем много интересного. Если что-то совсем конкретное, будем консультировать. Пятница вечер, у моей любимой немножко розового сухого вина. Почему накрашены ногти? Ну, почему бы им быть не накрашенным? Колет квадры, как будто сидел. Бывало, да, я знаю, что это у вас онемение. На самом деле это просто нервная перегрузка. Может, она длится долго, у меня было почти полтора года. Тут у всех по-разному. Приходилось лечить жены с кулаками? Нет, какой же нормальный человек будет женщину обижать? Какой у моей жены телефон? С айфон. Потому что как вроде мужчина, но да, стереотипы придумали, что мужчина не должен этого, не должен. Короче, мужчина либо должен, либо не должен. Все очень плохо. Жена постранила. Да. Сегодня у нас выходит пятая часть. И, по-моему, когда у нас? Мы еще не выложили. Шестую часть мы сегодня все отснимали, скоро уже будет. Содержу ли я жену? Нет. У меня любимая зарабатывает более чем достойно. Какой у нее iPhone 6? А что будем делать? Просто вышли вечером для того, чтобы со всеми поздороваться и пообщаться. Это же пятница вечер. Лить поясница после становой. Как быть? Висеть на разогревающей мази, можно что-то шерстяное, и в этом и спать будет легче. Кем любимая работает? Директором она работает. А все остальное она потом когда-нибудь расскажет, если захочет. Если у нас животные, нет. У меня собачка умер несколько лет назад, и после этого я больше не хочу заводить. Слишком была тяжелая трагедия. Первый ли это брак? Не совсем. Кто я по профессии? Я тренер. Знаком я с Александром Гупавовым? По-моему, нет. Нельзя ли с ней переспать? Вы подойдите на расстояние к ней, она вам ответит. Коротко и ясно, как это делает настоящая русская женщина. Что делать? Онемение или отдых? Нет, можно дальше тренировать. Просто надо понимать, что это может длиться достаточно... ...мальгаму, она вам поможет. Так, звуки. У нас пошли какие-то непонятные звуки. Я забыл их отключить, выйдя в перископ. Так, убрали. Сколько мне лет? 18+. За какую цену вы составляете питание? Это все у меня в личке. Пишите Евгению Хайтовичу. Там написано питание, тренировки в районе 2000, по-моему. Что за вино? Там уже выкинули бутылку.
что-то из простого итальянского вина, красное сухое, оно молодое, 2-3-летнее. Протрактит можно теоретически, бухать нет. Бухать — это когда люди теряют контроль над всем, а вечером принимать 150 граммов вина — самое то. Жена милая, кроткая, а ты эгоцентричный эгоист. Почему? Да. А что, нет, что ли? В общем, да, я эгоист. Ну, соответственно, ты часть меня, поэтому я эгоистичный за нас двоих. Я просто устала. Так, кто-то пишет. Привет, привет. Ну что, мы дожидаемся нашего риса. Минутки через полторы мы вас покинем, поэтому если есть интересные вопросы, вы нам задавайте. Мы с удовольствием вам ответим. Кто-то очень некорректно пишет: сожалею вам. Жена изменилась, я знаю, шашлык люблю, да. Люблю шашлык и очень люблю его готовить. Но помимо того, что я сам люблю его готовить, очень люблю, когда его готовят мои знакомые грузины и армяне. У них выходит это круто. Как отношусь к форспиту? Хорошо. Сколько стоит персоналка? 2000. Любимый цвет розовый. Собираюсь ли на семинары? Пока нет. Если дети, тоже нет. Кто-то скучает по своему мужу. Да, разлуки — это тяжелая ноша. Что меняли в жене? Ничего не меняли, корректировали. Показать, как цветет цветок? Вы работаете тренером без корочки или учились? Нет, я был в свое время и в Лесгов-то тоже. Корочки у меня никакой нет. Если вам нужна корочка, идите к тренеру, который полтора месяца заканчивал курсы. А я уже 14 лет работаю тренером, и все у меня хорошо. Зачем на меня Nokia покрашены? Nokia я крашу, потому что мне нравится такой свет. Показать сиськи девушки? Не могу показать сиськи девушки, они на канале уже показаны. И это не девушка, это зена. Кто вам делал макияж? Его никто не делал. Это татуировка. Микрофон прижал, простите. Приятного аппетита, спасибо. Тут у нас все смелые писать такие смелые комментарии. Почему-то на улице вообще никто не подходит. Так, а так что, тоже не слышно? Должно быть уже лучше. Как там рыбок у подопечной? Вы имеете в виду Анечки? Слушайте, у нее вырвалось до автоматизма и реально выходит вполне круто. 12 марта приезжает Славка Ригерт, и посмотрим, что он по этому поводу скажет. Есть друзья армяне, да. Буду ли в Пскове? Честно говоря, не знаю. Не, я вообще на улице не агрессивный, как в общем, и дома я нигде не агрессивный, потому что, как правило, никто ко мне не приставит. Сколько стоит семинар? Семинаров у меня пока нету. Запорожье, привет, всем привет. Зачем делать так с лицом? Я же мужчина. Ну, то, что я сделаю лицом, не делает от меня меньше мужчин. Если у вас есть стереотипы, то это ваши стереотипы. Вот да, у меня на глазах татуаж. Что-то мы страшненькие, так бывает. В какой азбуке был? В азбуке я был на Васильевском острове. Очень люблю. Там нас все любят, уважают, и нам там очень комфортно. Мастерсёка, убери перепелов и сёмгу в холодильник. Какую слушаю музыку? Почти никакую не слушаю, но люблю все-таки я тяжелую музыку. Хард-рок, метал, что-то из этого. Губы силикон? Нет, не силикон, там уже ничего нет. Приезжайте в гости на Украину. Задумаемся. Зухаре, передать привет? Передал. Азбука дорогая? Да, дорогая, но мы покупаем там очень ограниченный контингент продуктов. То есть мы покупаем семгу, потому что там практически нету соли. Мы покупаем там угря, потому что, в общем, нам это по карману. И мы покупаем наш прекрасный морс. Азбука. Вот, мы очень любим, нам нравится. Я знаменитый? Нет, я не знаменитый. За сколько денег приедешь в Казахстан? На самом деле, это уже другой вопрос. Это, опять же, уже тогда к моей любимой. Она у меня и продюсер, и все остальное. Это все ее задумки. И надо понимать, сколько у нас будет. Да. А кто я такой, не можете вспомнить? Почему угри? Не знаю. Мы пришли и подумали, что бы мы хотели сегодня вечером. Перепелок мы не хотим, рыбу мы ели вчера. Сашими, сегодня мы хотим угря. Что ж такое? Вас так интересует? Вы что, хотите познакомиться? Поэтому задайте вопрос, педик я или нет? Ну, не знаю. Жене привет от Арсена. Передал. Спасибо. Арсен, привет. Цветки в горшке настоящие? Нет, мы заказали искусственные, но вчера их привезли из театра цветов Марии Петровой, так что они с удовольствием сделали под нас дизайн-проект. Посоветовать вино? Если из белого, нам очень нравится Альвариньо. Попробуйте, это вино недорогое, где-то в районе 1200-1400, оно шикарное. Если красное, тут уже надо смотреть на вкус. Либо это Риоха, классика испанская, либо что-то еще. Так, борьба и качалка совместимы? Разумеется, совместимы. Спросите у Карелина. При всем том, что он качалку практически не делал, физические показатели у него были более чем потрясающие. Грудь, плечи, спина, бицепс, грудь, трицепс. Классический вариант, практически нормально.
Квартира наша, но ипотечная. Передать привет Светику, передали. Сколько стану тяну? На максимум не тяну. Делаю килограммов 90, раз на 40-45. Родом я из Санкт-Петербурга. Орхидеи у нас растут, но они искусственные, как в общем и это дерево, как в общем и вот этот цветок. Вольная борьба тема? Да, единоборство это прикольно. На самом деле вольная борьба мне нравилась. С чего начать работу на массу мужчине? Классика. Пауэрлифтинг. Жим. Присед становая. Какую музыку слушаю? Тяжелую, если слушаю. На самом деле почти не слушаю. Саногорску привет. Сменил ли я пол? Нет. А что, у вас были какие-то планы на меня, да? Все. Масик, мы будем с тобой ужинать. Рис почти уже сварился. Всем пока. Избыток эстрогена сильно вредит организму? Если вы мужчина, то, в общем, да, конечно, для нас эстроген не очень хороший. Кстати, для женщин он тоже не самый лучший вариант. Все, всем пока, всех были рады видеть, слышать. И, наверное, выйдем в эфир завтра. У нас есть одна задумка, но мы не можем все никак не можем дойти до того места, которое вам было бы интересно посмотреть, особенно в нашем присутствии. Все, всем пока, всех любим, всех целуем, даже хейтеров. Пока! Так, ну что-то у меня трансляция не останавливается. Наверное, нас ждет, когда будет еще больше сердечек.